Друзья, всем доброго дня. Это короткий выпуск о том, как вернуть деньги 42 500 тенге государству всего лишь за 30 секунд. За эту информацию хочу сказать большое спасибо Дамиру Жолиу и Корица Сификейшн. Надеюсь, правильно произнес. Итак, открываем Home Bank. Если у вас его нет, вы можете установить это приложение и там создать виртуальную карту. Далее перекидываем. Если у вас нет денег, допустим, они на Каспи находятся, и вы создаете виртуальную карту и перекидываете туда все средства, ну, 42 500 имеется в виду, на эту виртуальную карту. Нужно авторизоваться. После этого нажимаем «Платежи». И в поиске можно набрать «Возврат социальных выплат» сразу же. Тут информация полностью вшита, то есть куда деньги попадут. Они попадут на НАО, государственная корпорация, правительство для граждан. То есть те реквизиты, которые были указаны ранее в новостях. Здесь сразу об этом позаботились. Все, что здесь нужно будет ввести, это ваше ФИО. Далее ИН платильщика, то есть ваш ИН. И сумму 42 500. Насколько понимаем, то комиссия здесь не берется, судя по комментарию. Все. После этого нажимаете «Оплатить», и вы вернули 42 500 тенге, если у кого-то возникла такая потребность. Надеюсь, этот короткий выпуск был вам полезен. Второе видео о том, как оплатить. В первом выпуске КНП 049 пока не добавили, возможно, его добавят, тоже можно будет. Но официально сказали в саппорте Хаулька, что это самый быстрый и легкий способ. На этом видео завершаем. Всем пока и до встречи в новых выпусках.